Всем привет, давно не виделись. Недавно ходил на фильм «Калашников», очень понравилось. Но есть времена, когда нужны автоматы, а сейчас в мире бушуют разные вирусы, коронавирус, и нужны маски. Маски бывают разными, и желтыми резинками, и красными. Представляете, такую маску одеваешь, смотришь на себя в зеркало, говоришь, не пойду я в этой маске никуда. Но есть варианты. Есть и возможные балаклавы, например. Они уже, получается, сами по себе маски, грубо говоря. Но дышать через такую балаклаву неудобно. Поэтому что можно сделать? Например, одеваем маску, снимаем мерку. Мерку снимают или специальным мелком, ну, можно мылом, обмылочком по старинке, обводим, например, то место, где клапан у респиратора. Вот. Потом зигзагом, если рыхлая ткань, обрабатываем на машинке. Вот. Но мы уже, в принципе, на одной маске сделали. Это я вам так просто показал, что у нас есть машинка. Вот. Так, тут у нас красивая занавесочка. Идем к занавесочке и смотрим, что у нас получилось. Значит, одеваем маску. Одеваем балаклаву. Кстати, оператор у нас сегодня Аня. Если что-то немножко дрожит, значит, Аня ест яблоко. Вот. Видите, что у нас получилось теперь? Выхлоп у нас свободный. Вирусы скапливаются на ткани балаклавы. Значит, приходя домой и стирая маску, мы стираем вирусы. Коронавирус уходит в унитаз. Вот. Кстати, маску тоже можно с помощью специальных ультрафиолетовых ламп обрабатывать. При свете этой лампы убиваются микробы. Например, только нужно беречь глазки. Вот. Эта лампа вредна для глазок. Вот. В общем, не болейте. До встречи в YouTube.